А как подушечку зовут, подружку? Лакомка. Как? Лакомка. Вот это да, Татоша. Вот это лакомка. Действительно лакомка. Но не там лакомка, туда не надо лакомка. Понравился Татоша наш? Наш Татоша такой еще, тот еще парень. Ну вот, первое видео у нас с девочкой. За долгие годы, за долгие месяцы, вернее. Татоша. Татоша. Ну, поснимаю, не знаю, сколько там памяти. Сегодня выложим в YouTube. Такие кадры и такие лакомки на дороге не валяются. А вот эти валяются. Там даже есть ролик, где Татоша у нас купается в снегу. Ну вот, на этом наше знакомство с лакомкой и закончилось. Пока.